Представь такой сценарий. Ты встречаешься с парнем, который тебе очень нравится, но он не одобряет твоего желания собачьего секса с собакой. Что с собакой? Что ты сделаешь? И что, кого ты выберешь? Парня или все-таки секс с собакой? Я выберу парня, но втихаря буду трахаться с собаками. Ты что, в одни в школе? Дома останься, не знайся, чего на самом деле хочешь. О чем мечтаешь, то на что пока не дрочишь. Это нормально, желать толстый хуй, но вовсе не нормально стесняться порой. Расслабься немного, посмотри в потолок, на нем представь, как в задний проход. Нежно приходует конь мужика, сожми пах ладони, вообрази, что это яма, член и волосы ты сад. Это гей-парад, ты дикий не рад, если этому не рад, упадок кричит, быть лоспадика. У тебя стоит, значит ты увидел Владика. No homo. Все педики у меня дома, no homo. Мы идемся без кантонов, no homo. Хватит уже опираться, моя грация, ты в ожидации. No homo. Все педики у меня дома, no homo. Мы идемся без кантонов, no homo. Это не секс, девиации. Девочек не надо на моем матрасе, да. Что такое? А что за нормальный трек?